Привет, YouTube! Сегодня я хочу вам рассказать пару советов по поводу, почему же на самом деле коты зарывают мисочки. Мисочки с едой или с водой, или иногда просто царапают пол. На самом деле это их реализация еще самых-самых древних инстинктов, которые пришли к ним от диких предков. Значит, тем самым они пытаются просто свою пищу сохранить на более продолжительный период времени и спрятать их от посторонних ртов, чтобы они могли вернуться, когда будут голодны, отрыть это место и покушать. Но с учетом того, что у вас дома пол, вот, у них это ничего не получается, но, как говорится, корни диких животных говорят про себя. Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей.